Здравствуйте! Мы команда «Потомки Большого». Сегодня тема нашей игры, с чего начинается театр. Для кого-то он начинается с вешалки, для кого-то с буфета, но для нас он начинается с актера. Давайте представим себе такую ситуацию. Урок математики в театральном училище. Мам, Балев, я продолжаю твое дело. Дорогой класс, сегодня будет непростой урок. Пишем самостоятельную работу. Мне плохо! Кажется, я умираю! Нет! Как же мне плохо! Не той страной, да? О, Боже! Он умер. Надо его унести. Да, ходить бы был мазур. Куда? Отсюда. Слышь, театрал, ты за неделю своей смертью десятый раз мне самостоятельно взрываешь. Я каждый раз умираю, а вы этот раз самостоятельно даете, понятно? Кирилл, иди ты просто в театр. Понимаешь? Ведь у меня в школе тоже были проблемы с математикой. Я говорю, поставьте мне 5. А мне 3. Я говорю, ну хорошо, ну хотя бы 4. Мне опять 3. Наверное, потому я учитель математики в театральном классе.